Не забудьте подписаться на телеграм-канал, а также на остальные YouTube-каналы. Ссылки найдете в описании. Приятного просмотра. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас звать, о чем пообщаемся? Меня зовут Александр. О, меня тоже зовут Александр. Мы тоже Александр. Приятно. Да. Откуда будете? Одесса. Понял, я из Москвы буду, мил человек. Окей. Окей. Че не спится вам так поздно? Как-то так. Завтра выходной, поди. Завтра выходной, поди. Да, завтра выходной, но все-таки не спит. Бывает такое. Тут многие сейчас не спят. Кто-то с бутылочкой пива, кто-то просто. Вот объясните мне. Вот... Что? Что, извините? Да это я. Тут просто... Вы давно в Чатроицке вообще сидите? Ну, где-то полчасика. Нет, я не сегодня, я вообще. Вообще где-то всего лишь третий раз зашел. А, серьезно. Ну и какие у вас вот ассоциации от рулетки? Кто здесь сидит, на ваш взгляд? Честно вам сказать, ну, немножко негативно. Вот я думаю, вот почему да, вот весь очень негатив... Очень много быдла. Вот мне тоже, я думаю, почему все быдло тянется к рулетке? Почему здесь нет профессоров? Не знаю, что-то в этом духе. Ну, это есть, но с мало. С которого можно пообщаться. Что? С которого можно просто посидеть, пообщаться, чисто симпатично друг другу. Ну, просто да, тут все, либо кто-то хочет тебя там обругать, потом, либо по национальному признаку, либо почему-либо еще... Вот, и с кем-то просто вот спокойно пообщаться. Вот, в данный момент получается. Сейчас или про политику что-то гонят там. Таких полно, да. Никак не поддерживаю. Вы вообще про политику говорить вот вообще не хочется. Согласен с вами. А вы поете? Я играю. Ну, иногда могу что-то спеть, но играю в основном. Просто петь-то сейчас поздно уже, соседи всех разбудишь, они ругаться будут. А сыграть чем-нибудь могу. Yep. Если есть любимая какая-нибудь... Песни, то, если я знаю, могу сыграть. Ну, если хотите. Знаете, у меня много любимых. Ну, не то чтобы любимых. Хороших песен. Общеизвестные какие есть? Можно... Короче, какие артисты вы любите? Кто вам из артистов нравится? Я люблю непопулярных артистов. Вот так вам скажу. Люблю Газманова, люблю Буланову. Буланова? Буланова Таня? Да, конечно. Ой-ой, не плачь. Не плачь. Помните? Классно. Забрал как бы и немножко почухал, как бы заказал струны новые, заказал порожек, гриф выровнял и буду учиться играть на гитаре. Вот моя мечта просто. Ну, дело благородное. Бог, ой, Бог в помощь вам. О, да, это дело хорошее. Могу что-нибудь еще сыграть, если хотите? Ну, если хотите. Что, могу что-нибудь еще сыграть, если хотите. Можем устроить такой небольшой мини-концерт. По заявкам это радиослушатели практически, чат-рулетки. Офицеры.
Дальше продолжаем второй куплет. Красиво. Да. Очень красиво. А вы сами украинец? Я сам в России родился, но прожил больше времени в Украине. Украине, понял. Вот. Хорошо. Что дальше? Какая следующая песня? Знаете, что я скажу? Давайте я вас не буду занимать. Или вы хотите просто поиграть? Как хотите. То есть я тут в основном сижу в рулетке, так, ну, иногда с кем-то общаюсь, иногда кому-то что-то играю. Я честно вам скажу, у меня есть свой небольшой YouTube-канал, иногда там выпускаю ролики там, с какими-то добрыми реакциями. Там украинцев, там казахов, там армян, когда вот я им играю, что-нибудь такое. Они, вау, у тебя получается играть, какая такая добрая реакция. Я, вот у меня есть такой небольшой YouTube-канал, поэтому хотите, могу вам что-нибудь поиграть. Если не хотите, можем разойтись. Если скажете вас не выкладывать, не буду выкладывать. Если вам все равно, то с радостью выложу, у вас такая добрая реакция была. Не, можете выкладывать, не как бы... Тогда говорите, какую следующую песню сыграть, да. Ой, блин, я даже не припомню, какую бы я хотел. Вы что-то, по-моему, говорили про Михаила Круга. Нет? Круга любите? Да, да, да. Какие песни вам нравятся? Давайте. Михаила Круга. Да? Я в конце чуть немножко неправильно что-то забыл немножко концовку песни. Ну, примерно как-то так. Вот я смотрю на ваши пальцы. Да. Вот эти, как вы играете, и... Прикольно. Ну, да. Но сам не понимаю, как это все происходит. И хотя научиться играть на гитаре, и вот эти все аккорды, ноты выучить, и я этого очень хочу. Слушайте, да занимайтесь, слушайте, научитесь, главное, время этому уделять. Если есть такая возможность, то занимайтесь, конечно. Может, не сейчас, может, когда будут более спокойные времена. Поставьте струны. В YouTube очень много роликов разных. Поучите хотя бы какие-то первые аккорды. Хотя бы там. Я вот на гитаре учился вообще играть в лагере. Мне было лет 15. Там у моего, скажем так, в отряде был. Ну, в лагере я никогда не был, как бы. Ну, просто к тому, что да, тоже как-то мне показали на пальцах тоже. Поэтому я вот там зажал, там, да, грубо говоря. Что-то вот, и вот ну, какой-то первый бой, и потом как-то понеслось. Понимаешь, что у меня основное, я на гитаре, ну, какую-то там песню скомпонирую, понимаешь, что у меня основное это фортепиано. Вот поэтому как-то так.
Классненько. Тяжелая артиллерия, да? Не, ну музыка, музыка это классно. Когда ты делаешь это своими руками, это, мне кажется, капец как здорово. Согласен. Весна опять пришла. И лучики тепла застенчиво глядят в мое окно. Опять защипит грудь, и в грушу влезет грусть, по памяти пройдет весна. Пойдет ворошит и вместе согрешит с той девочкой, что так давно любит. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла. Забыть ее не хватит сил. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. Кружит на сердце тяжкий груз. Владимирский централ, ветер северный, когда я банковал, жизнь разменял, мне очко обычно купит. А связь плохая в чат-рулетке и в интернете. Но все равно был очень был добрый диалог, потому что был очень душевный диалог. Приятно, когда общаешься ты с людьми. Не упырями этими абраганами, а когда нормальные, интеллигентные люди по-разному. То есть в силу разных причин, оказавшиеся, может быть, по разную сторону баррикад. А может, и не по разную сторону баррикад. Но вот... Ну, в любом случае, по разные стороны чего-то. Неприятно, что, несмотря ни на что, есть возможность с ними пообщаться, друзья. Что вы по этому поводу думаете? Не забудьте прожать лайки, не забудьте оставить свой какой-нибудь комментарий. И кто на канал не подписался, подпишитесь. 90% из вас, согласно статистике, смотрят мои видео без подписки. Вот, подписывайтесь, не забудьте поставить колокольчик. Я не очень люблю призывать к подпискам и к чему-то еще, но я знаю, что это работает. Когда говоришь, что надо подписаться, люди подписываются. И хотя бы в первую очередь для того, чтобы не пропустить мои стримы, где я уже буду играть. В прямом эфире я только буду играть уже по заказам непосредственно вас, моих зрителей. Так что подписывайтесь, не забывайте. Спасибо за просмотр.